Итак, у нас сегодня крайний день подготовки беляшика к выставке. Беляшек – молодой, активный, жизнерадостный пес. По городу идем спокойно и уверенно. Станция Захарова. Сейчас мы попробуем проехать в электричке к месту будущей выставки. Заходим. Опа, молодец. Вот мы и поехали. Платформа машин-строитель. Пошли. Улица Карла Маркса. Хорошо, беляшек, рядом. Отлично, настроение восхитительное. Управляемость как у пчелы. Молодец, беляшка. А вот и он, молодежный центр. Как раз напротив гипермаркета центрального. Беляшек, давай осваивай территорию. Давай здесь все обнюхай. Нам еще сюда ехать придется. Да, очень симпатичное здание сделали, очень красивое. Интересное, хорошее место. Нам с беляшиком пора на сегодня возвращаться.